Boom. Це В'ячеслав Ільїн, зі мною абсолютний слух. Вже практично 3 місяці країна насолоджується полуничним небом Піано Буя. Цю пісню розтаскали на цитати. Жінки тримають дзен, чоловіки тримають жінок. Вже практично за 2 дні по виході цього синглу, в жовтні, я спілкувався з Дмитром Шуровим. Він розповідав багато цікавого. І знаєте, друзі, вже тоді я хотів зустрітися з диригентом оркестру в цьому запису. Але так складалося, що, ніяк не виходило організувати цю зустріч. І я вже, знаєте, Миколаю навіть таке бажання замовив, щоб наступного року все це трапилось. Але, вочевидь, Миколай моє послання читав серед перших. І не наступного року, а вже зараз я вітаю в цій студії диригента оркестру в запису «Полуничного неба» Віталія Фізера. Здравствуйте. Маю сказати, що Віталій не тільки диригент у цьому запису, він також є диригентом естрадно-симфонічного оркестру. І взагалі в його житті було багато різноманітних колективів. Ця людина взагалі багато обдарована. І я думаю, що ми про це поговоримо. А зараз просто по гарячих слідах про свіжу подію. Це відкриття головної ялинки країни на Софійській площі, де ви з оркестром Київ Фантастик Оркестра брали участь. І про це, знаєте, багато хто тільки чув. Я особисто не був на цій події, але я дивився якісь аматорські відео, і я зрозумів, що це було дуже круто за звучанням, за виконанням. Подивишся в очі і скажеш тихо-тихо. Дійсно, з Дімою працювати не просто приємно. Це один із тих людей, які викладаються максимально на сцені, роблять все для того, щоб зритель чувствував его энергетику и отдавался ею. То, что вытворяли зрители на Софийской площади, это было действительно круто. То, что они танцевали, то, что они прыгали, скакали. Мы также сделали небольшой перформанс с оркестром, также помогали ему в этом, потому что, когда оркестр сидит, просто ничего не делает, в то время, когда музыкант, композитор и исполнитель песен прыгает на сцене, для меня это не может быть так. Потому мы максимально делали все, что Дима просил. Он за это поблагодарил при всех, потому что были небольшие перформансы, но действительно это было очень классно. Очень хорошая энергетика, очень позитива. Было много лично от него. Чи правда це, що ви дали Дмитру Шурову тримати диригентську паличку? Все правильно. Это была одна из моих идей. Самое последнее произведение на вершине. Он говорит, давай я дам счет, а ты продирижируешь. Я говорю, зачем? Давайте дам палочку, подирижируй оркестр. Ему было очень приятно. Он был настолько в восторге, наверное, как ребенок, который, наконец-то. Правда, с ним очень приятно работать. И что немаловажно, вот эти от многих исполнителей и вокалистов, он не просто помогал мне. Во многих случаях он смотрел на меня. Если он всегда руководит группой и все на него смотрят, то здесь он смотрел на меня, и мы вместе в тандеме, чтобы было синхронно. Потому что у него есть определенные в произведениях, особенно на вершине, есть небольшие зависания, и не всегда понятно, как классической музыке по квадрату ты идешь, ты дирижируешь, и все, здесь надо аккомпанировать. Не просто аккомпанировать, быть еще в музыке в этой, то, что делает Дима. Партии оркестровые для этого выступа вы оформливали? Я отчасти это делал. У Димы Шурова есть музыкант Сережа Вилка, композитор, закончивший консерваторию. Он играет на флейте у него же в группе, и большую часть делал он аранжировок. Не то, что аранжировок, он просто их оркестровал. То, что было у меня уже сделано, я выбросил. Я в некоторых случаях добавлял, но с этими произведениями было довольно трудно по причине того, что они были сделаны по форме, которую они исполняли все время. Если мы работали с Димой над «Полуночным небом» на радио ДЗЗ, он мне скинул MIDI-файл, который я просто элементарно оформил так, чтобы музыканты могли прочитать, и там была полностью вся форма, то то, что делали музыканты, они прислали, вот эта небольшая группа струнных и та же флейта и духовые, они просто прислали по форме куски, и они знают, когда вступать. Для дирижера, для музыкантов, которые сидят в оркестре, это немножечко странно, и если ты делаешь, а мы сделали это за 1.5 репетиции, в субботу у нас было 2 часа, в понедельник у нас было 4 часа, все. Мы на сцене следующий день, 19 числа. Друзья, это справді, это фантастика. Знаєте, друзі, Віталій Фізер зараз розповість про те, що стоїть за назвою цього складу. По поводу Київ Фантастик Оркестра дуже багато було інцидентів, і це небольшой стёб.
По причине того, что долгое время этот оркестр называли эстрадно-фантастическим оркестром. И коль так нас уже называли, почему не сделать Киев Фантастик Оркестра? Это было связано, к сожалению, с предыдущей дирекцией, с предыдущими отношениями и условиями, в которых были. И как музыканты просто фантастически выходили и все же играли эти концерты, это им респект и уважуха, правда. То, что они делают, это действительно классно. Сейчас дирекция, слава богу, поменялась, я уже нахожусь в новой дирекции, и то, что сейчас делает и Александр Семенович Зайцев, директор, и я, и коллеги мои, которые находятся в руководстве, мы максимально пытаемся все сейчас наладить и сделать фантастический оркестр в прямом смысле этого слова, а не как это было раньше. Я нагадую, що поруч зі мною сидить Віталій Фізер. І от ми зараз говоримо про шоу, яке влаштовує Піанобой на своїх концертах. Але Віталій Фізер – людина, яка не з чуток знає, як влаштовувати шоу на сцені, навіть із симфонічним оркестром, бо саме він був біля витоків такого тепер супервідомого колективу, як «Lords of the Sound». І чи правда, що саме ви вдягали костюм Дарта Вейдера? Дарта Вейдера и не раз. И были у меня инциденты по поводу этого очень интересные. Мы когда ездили, первый раз были в Луцке, в небольшом зале. Мы не были в самом большом центре, а чуть-чуть сбоку был зал. Я не помню, правда, как он называется. Там кулисы были ручные. И человек сидел, крутил колесо. 19 столетия. И кулисы открывались. И в определенный момент... канат, который открывал это, соскочил. А у нас было как бы третье отделение, последние две композиции. И в этих последних двух композициях был «Пираты Карибского моря» и «Звездные войны». И я уже нахожусь в маске, в костюме. У нас идет ЗТМ полностью, закрыты кулисы, идет ЗТМ, темнота в зрительном зале, дыхание Дарта Вейдера, а ничего не происходит, кроме того, что шатаются кулисы, и все. Слава богу, у нас на то время был водитель, был еще человек по монтажу сцены. Они взяли, просто раздвинули эти тяжеленные кулисы, держали три композиции подряд, их, чтобы можно было выступить, потому что кулисы не открывались. Потому, были инциденты у меня не раз за всю мою жизнь, причем я нахожусь на сцене, я не могу говорить нормально в шлеме. А, до речи, что можно в нем робити? В нем более-менее видно, к сожалению, очень сильно потеешь, потому что... тяжело дышать, но что делать? Буквально недавно с Киев Фантастик Оркестра в Жутном палаце я также на битву оркестр одевал костюм Дарта Вейдера, чтобы по возможности можно было хоть как-то соревноваться с Наони. Но, к сожалению, мы проиграли. Музыка варта уваги. Оцінки варті довіри. Абсолютно цінно. Всім привіт, з вами Дмитро Шуров, піанобой. Я, в принципі, вмію працювати з оркестрами, трішечки знаю психологію оркестрантів, і в мене є якісь партнери, є диригент крутий, якого звати Віталій Фізер. Ось так Дмитро Шуров відгукнувся про свого диригента в інтерв'ю «Абсолютному». А тепер сам Віталій Фізер в інтерв'ю нашій програмі говоритиме про піанобоя. Ось продовження нашої розмови. Муз Ньюз. Ми повертаємось до особистості Дмитра Шурова, піанобоя і ваших творчих співпраць. Як ви познайомились? У мене в своє время ще в консерваторії со второго курсу був небольшой ансамбль, который играл саундтреки. І там був віолончеліст Денис. Он же меня и познакомил. Потом в будущем получилось так, что я стал у истока Lords of the Sound, а Диме срочно надо было около 15 струнников, скрипок. Записать его произведение. И он мне набрал, потому что в консерватории довольно трудно найти сразу такое количество музыкантов, которые сразу придут в одно время и сделают все. Он обратился ко мне, и таким образом мы познакомились, зацепилось, и на данный момент вот сотрудничаем уже 2,5 года, наверное. Лучше, что я снова не знаю. Я все ж таки зупинюсь на деяких етапах цієї співпраці. Альбом «Take Off», була вистава в «Артові мрій».
мы записывали некоторые произведения «Квартовые мрии», но как таковые это был все же минус. И участник на сцене на ВДНХ работал, потому ну, на спектакль мы не выходили сам, но музыку мы записывали вместе с Димой. Было же, опять же, произведение «Live Cell», только вот «Live», перешел на «Live Cell», и Дима создал свою песню на текст Лесі Українки. Но проблема в том, что он мне потом говорил, говорит, я выслал музыку, все хорошо, а они взяли в рекламе, разделили его песню на кусочки фраз. И получается, надо было заново полностью перезаписать весь трек, причем записать его с помощью музыканта. И записывала Маша Балеева на флейте, я же записывал блокфлейту, сверху накладывал. Мы тоже участвовали в этом проекте, это было так очень спонтанно, говорит, надо сделать, надо очень срочно, набрал меня, можешь помочь? Да, конечно, могу. Вот так и работали. Так і працює Віталій Фізер. Для тих, хто, можливо, не знайомий з деякими фактами його біографії, я скажу, що Віталій не тільки диригент, він ще й фаготист. І в цій якості, крім майстра диригентської палички, він був задіяний у запису каверу «Imagine». Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Да, было такое дело, тоже попросил меня взять. Ему надо было валторно, я говорю, давай я принесу фагот, попробую записать. Да, записал, все получилось очень хорошо. Причем, если я записывал со струнами около часа-полтора, то я себя записал за 5 минут максимум. Ну, очень, очень быстро я понимал, о чем уже идет речь, какая музыка и как надо записать. Imagine no possessions. Рухалось і дійшло до появи синглу «Полунічне небо», а це, власне, робота Дмитра Шурова з великим складом і робота Віталія Фізера з великим складом у цій пісні. Мені дуже цікаво, як проходив процес запису, знаю, що це було на ДЗЗ. Да. Писали «Дзен», сейчас это уже стало «Полуночное небо», и он мне попросил, говорит, я не могу это изобразить у себя на компьютере, но там должна быть индийская музыка. Вы сможете исполнить? Я говорю, ну что делать, сможем. Пришли, начали пробовать один, второй, третий. О, Дима сказал, вот это хорошо. Так и оставили, так сейчас и звучит. И также исполняли на концерте на Софиевской площади 19 декабря. Ну, я дивився відео «Making of», там є певні кадри навіть із вами. Не так вже легко все виглядало. Да, було трудно, мы записали, я не скажу, что мы 2 произведения записали за 2 часа. Я считаю, что это не так много. Мы пришли в 6, к сожалению, получается, сразу начали в 7, закончили в 9, пришло еще гобой и кларнет. Они сели, записали буквально по 10 минут, и мы разошлись. Вот так мы писались на ДЗЗ. Весело, як казав Юрій Смаліус, весело ми записували цю красиву пісню. Я нагадую, друзі, що сьогодні ми говоримо з Віталієм Фізером, земляком композитора Євгена Станковича. І, до речі, Віталій і сам композитор. Якщо говорити, наприклад, про виставу Мерлін Монро «Тріумф і агонія». Справді ваша музика? Так, це лічна моя музика. З Ірмою ми ще зустрічались лет уже 5 назад. Вона хотіла запустити цей продукт. Їй було дуже цікаво. К сожалению, ми тоді не знайшли спонсорів. І вже только через 3.5 года она сама стала за продюсером. Она и была и продюсером, и исполнителем главной роли. И таким образом мы запустили этот продукт. Повозили по туру по довольно большой части Украины. Мы были и в Одессе, мы были и в Харькове, и в Днепропетровске, играли в Киеве не раз. Продукт очень своеобразный, потому что единственный человек, который говорил в этом спектакле, была Ирма Витовская. Это был моноспектакль. И задействование небольшого как бы бенда, 4 музыканта, которые участвовали и играли все вживую. Никакой не было фонограммы, все исполнялось. Ну, был звукорежиссер в любом случае, который это все контролировал. Это было, ну, для меня было такой колоссальный
опыт. Я с ними ездил дополнительно еще как поммреж. Я контролировал максимально все, что делают музыканты. Общался с Юлией Маслак, которая режиссировала этот спектакль. И максимально ей помогал, потому что мне было очень интересно. Вообще, все, что связано с кино, музыкой, это, скажем так, небольшой спектакль. Золотая середина, наверное, того, что можно сейчас выставить на спектакль, показать людям, но в то же время вживую. Мы создали такой продукт. Людина, яка виконувала кілька років кіномузику, для людини, яка писала музику для вистави про Мерлін Монро, не буде дуже фантастичним, якщо коли-небудь ця людина з'явиться в саундтреку якогось фільму. Я теж на щось того планую. А чи є вже якісь пропозиції? Поки, к сожалению, ні. Но я дуже сподіваюся, що буде. Що буде в майбутньому, на даний момент мені треба стати на ноги в новому оркестрі для мене, стати на ноги як дирижер, как аранжировщик, потому что я буквально только пришел, только с сентября месяца я являюсь дирижером этого оркестра, и я думаю, все получится, но надо, чтобы прошло небольшое время. У нас есть уже довольно грандиозные планы и поездки, и туры, и композиции, и тому подобное. Я думаю, що все у Віталія Фізера буде фантастично. І знаєте, визначення, яке йому дав Дмитро Шуров, крутий диригент, як на мене, воно не є перебільшенням. Віталій Фізер сьогодні є гостем нашої студії. Він, я дуже на це сподіваюся, і в 18-му році знайде час для того, щоб тут побувати, розповісти про свої нові проекти, про великі досягнення цій людині. Є що робити в цьому житті. Молодий, красивий, розумний і талановитий в нашій студії з'явився. Дякую вам за це інтерв'ю. Спасибо большое.